он легкий. Переодеться. Пока он легкий. Маш, ты сравниваешь, блин, кубик и гибрид вообще, в принципе. Нельзя сравнить никак. А посадки уже другой будет? Нет, этот велосипед такой же, как у меня, просто кататься по деревне. Знаешь, куда-нибудь взял, поехал. А как кубик, что? А у тебя идет как этот, как гоночный. Прыгать по кочкам, знаешь, экстремальность. И колеса 27,5, да? Да. Такой переходный размер. А 29 не хватило, скажи. Да, 900 рублей. Я приехал в Москву, мне 900 рублей не хватает. Больше не будем продав, точно? Чего ты говоришь? Продав. Не, Олесь, наверное, сегодня нет. Потому что я думаю, через Волгу переплывать два заплыва холодно будет. Может ногу свести, как бы опасно. Она сейчас скажет, да. Ну лучше у костра погреешься, давай. Вот. Обратно мы, наверное, по асфальту фиганем тридцаточку. Не напрямик, а. Ну а что, а ты место поедешь? А? Поедешь со мной в это место? Какое? На то, что я так не. Да, мы сейчас едем туда, а потом обратно. Да, тут, да? Да. Там будет грязюка, там пешком придется походить. Мы сейчас посмотрим, насколько там грязюка. Если уж будет совсем грязюк, тогда она не полезет. Как тут раз, Вань? Тут раз, в принципе, что там, как не особо грязюк. Ты вон там окном, что ли, да? Ну я ж полез в кухне. Да, другой кофты нету никакой? А? Другой кофты нету? Не, нормально, она не помогает, она, поэтому да. Не особо в нее много вводит. Просто. Ты прям, да, прям. И самое главное, ты вот в эту яму так и залез. Мы-то ее немножко обошли. Да что вы обошли? Ну, обошли. Какая разница-то? Все вот посюду. Вот так, да. Не, я вот так прошел где-то. Да. Какая разница? Не, мне кажется, нет, поменьше. Да, конечно, уже я плюс-плюс намочил. Да. Должен был кто-то замочить трусы. Мы сейчас доедем до оттуда и там посмотрим, во-первых, что происходит на другом берегу, поскольку там движуха началась. Насчет грязюки. Если грязюки не будет по времени, мы можем туда пройти. Если по времени успеваем, мы поедем сразу обратно. В принципе, время 9. 9 ровно. Нам сейчас ехать полчаса до грязюки. Просто по грязюке еще полчаса. До грязюки, которая идет, где вы ходили пешком, Вань? Да. Видишь, вода слишком холодная, как-то неожиданно, чтобы лод на лодке переплывать. Так бы мы переплыли бы. Но сколько мы доехали, потому что не помнишь, быстро, да? Минут за 40, за час мы обратно вернулись. Да, туда, я не помню. Ну как-то вообще резво. Как-то раз, раз, раз. Конечно, раз, все пустые, еды уже нет ни у кого. А да, воды не было вообще. А, воды не было, вот. Ты так резво, раз, раз, что-то прыг, скок. И обратно, да, это, до Кагана. Олесь все-таки отошла, да? Олесь все-таки отошла. От прелюдий. Трусы переодевать. Ваниной кофтой, Маш. А, Вань. А? Я не ходил в туалетку. По большому? А? Да не, она говорит, кофту. Я про фотик вспомню сейчас. Так, что здесь? Тебе надо, главное, на дорогу вылезть. Полно? Ну иди, на солнце встань. Не, нормально. Вон там, смотри, как хорошо. Как раз хорошо, сейчас я поедем, сейчас разогреемся. Да. Чтоб просто одежда. Бля, вообще как на тракторе. Ну, да, на нем, видишь, так вот, более комфортно.
минусе 23. Минус, так есть, нормально, у меня потому что ход такой каждый кочку. Это 5, да, потому что до старого моста 4. Ровно. Получается меньше. 23, 46. 46 и 10. 56. Получается на 4 километра меньше. Ну я говорю, а сейчас получится все больше. Мы уже вечером не полезем. Так, Макс, давай навесим, то пойдем. Денис, погрейся. Правда. Ты нужен нам здоровье. Я просто, наверное, дохера напихал. С этой стороны стороны. Не предназначен для такого. Ты в одну причину кладешь тут с водой спальник, а у меня тут 3 литра. При этом много. 2 литра воды. Плюс там еще макарон килограмма 2. Здесь еще 5 банок тушенки где-то. Еще здесь тушенки 3 где-то баночки. Ты на сколько собрал? 8 банок тушенки. Я надолго там. Я говорю, приезжай. И сейчас запутается резинка. Мне там нравится. Там классно. Увидишь пока. Да, там место... Там очень красиво. Самое красивое очень место красиво. Вообще в городе Твери. Ну да, по ближайшему. 30 километров. Конечно, не Селикер, но... Какое место там? Оно? Да. Дело как Твери. Где? 30 километров по Твери. Ну вот, блин, заковировали бы. Карьера любой красивее, чем там? Нет, не согласен. Да, ну там волка, блин, волка, что там не покупаешься нормально, глубоко нет, там, сразу. Да, ну не то, что там глубоко, покупаешься. Там ну, леса нету. Леса там нету? Да. В смысле? Мы сейчас поедем в лес. Мы сейчас все в лес-то заведем, там идти, знаешь что? Видишь, она в лес хочет. Ой, смешно. Ты там положишь, покажешь. Она еще не бронирована. Ну, вариантов много осталось. Не, ну паузу как всегда, она скажет, да не, не, а потом в итоге придут кто-нибудь. Не, это место. У меня два ванкатных места есть. Слышь, Вань, а? А мне здесь больше нравится. Вот здесь классно, посмотри, сколько там птичек. Они прям под тобой, подойди к краю, посмотри, у них там норы. Эти гнезда, норы. Видишь, они обеспокоились. Или это они учатся летать? Птенцы-то вылетают. Или вечерняя прогулка. Да, или может жрачку ловят, им таскают. Но да, запаниковали от того, что мы подошли. Их там много. Больше сотни прочих там много. Чё ты творишь-то? Чё она говорит? Задом наперёд, что ли, надела? Чё она сделала? Чё-то пропустили. Ты же спокойно стоять, я так чувствую. Город не поедет. А? Ты шо ты мне с пьёном? Конечно, как всегда, Иван, да. Может, потом посмотри. Да, да, да. Мы автовой папа крупноплавим. А, у меня тоже аппарат кости есть. Рускулятор в кармане. Давай, шлем, бери. Так. Двигать, а то время. Обратно увидишь, баул будет просто вообще пустой, Вань. Понятно, все сожрешь.
У меня еды вот так вот и вот так. Короче, так карманы еды просто с водой. Ты столько набрал-то. Жрать едешь, что ли? Да, я буду целыми днями там питаться. Загорать, питаться, плавать. Загорать, питаться, плавать. Я еще утренний и вечерний массаж. Чтоб не ливануло. Вон, овец приедет, захочешь просто, я массаж. Ну а что, нормально тот раз сделал? Особенно под мне так хлоп. Что поесть? Поесть? Макс, Олесь, оставайся с Максом. Тебе бы туда бы вниз залезть. Да, и сфоткать их дырки. Ну, я на жопе сфоткаю. А, с того верхнего? Я прям внутрь туда. Прям внутрь туда заглянуть. Испугать. Инфаркт. Там просто сейчас на том берегу, на другом, военный полигон. И на нем происходит ОПНР. Называется он Forest West. Второй по размаху в центральной части России, скажем так. ОПНР, электронная музыка, 50 диджеев, европейских. Как бы все круто. Месяц назад был другой фестиваль. Там было вообще 30 тысяч человек. Там был вообще такая движняк. Вот. Тогда стоил билет 3,5, сейчас стоит 1,5. Но как бы мы на него на самого не пойдем, потому что смысла нету. А позырить с этой стороны всякие световые шоу и все остальное. С другой стороны, можно в любой момент переплыть Волгу на лодке и сходить. Вот. И он вот сегодня первый день начала. А продолжаться он будет еще. Едем мы вот это все, это интересно. Продолжаться он будет еще до воскресенья, до утра. До утра понедельник. А в субботу и воскресенье, вот здесь вот, буквально 500 метров, километр, будет проходить этот троллей как раз. Так что мероприятия тут сейчас всякие разные. Нормальный там дворец. Прям такой. Так, вот нам сейчас вот эту вот... Блин, я надеюсь, мы не на острове. В принципе, нам недалеко. Нам вот где солнышко, вот до туда. Полчаса. Вот вопрос в том, что... Чего, думаешь, на острове мы? А? Думаешь, мы на острове? Да. Ну, сейчас...